Сегодня 31 мая. 31 мая 1926 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет утвердил список городов, входящих в Самарскую губернию. В него вошли Самара, Абдулино, Балаково, Бугуруслан, Бузулук, Меликес и Пугачев. 31 мая 1948 года из Куйбышева, так тогда называлась Самара, в свой первый рейс ушел плавучий санаторий ЦК профсоюза рабочих речного транспорта «Горьковская коммуна». Пассажирский пароход был переоборудован в санаторий рабочими Куйбышевского судоремонтного завода. Он имел на борту зубоврачебные и рентгеновские кабинеты, солярий, водолечебницу. 170 речников отдыхали на нем 26 дней. Именно столько времени продолжался рейс по маршруту Москва-Астрахань-Москва. За навигацию плавсанаторий «Горьковская коммуна» выполнял 5 рейсов. Ежегодно 31 мая отмечают сразу две всемирные даты – День без табака и День блондинок. А в нашей стране сегодня празднуют День российской адвокатуры. В народном календаре сегодня День семи дев или Федот Овсяник. На Руси Федота считали помощником весны и говорили: «Придет Федот, последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае. В народе говорили: «Если на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Это все, что мы успели вам рассказать о последнем дне мая. Позитивного настроения вам и успехов в делах!